В России и по всему миру стартует мемориальная акция «Свеча памяти». Ульяновск не остался в стороне. В день годовщины начала Великой Отечественной войны общественники, политики и просто неравнодушные люди собрались на площади 30-летия Победы. Рано утром участники акции зажгли свечи в честь подвигов наших воинов. Все поставили свечи к обелиску. Теплый свет озарил все вокруг. 75-я годовщина войны – это особая дата для всех россиян, для всех жителей нашей страны. И, конечно же, почет и уважение ветеранов мы обязаны отдать, и мы это делаем. С каждым годом ветеранов становится все меньше. На данный момент в Ульяновской области проживает 11 тысяч человек. Солдаты последнего призыва – это и узники, и инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны. Все те, кто сегодня под особым вниманием региональной и муниципальной власти. К памятной акции может присоединиться любой желающий. При этом не обязательно подвергать себя риску на массовых мероприятиях. Достаточно зажечь свечу дома в кругу близких людей, сделать фото получившейся композиции и выложить в соцсети с хэштегом «Свеча памяти». Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Ул.Правда ТВ.